Новости. Ход работ по благоустройству территории проверил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В рамках рабочей поездки он посетил несколько объектов в Шпаковском районе, а также на территории краевой столицы. Одним из них стал сквер на Крепостной горе. Этот объект – один из финалистов отбора в рамках программы по развитию комфортной городской среды. За него проголосовали более 20 тысяч горожан. Сегодня благоустройство сквера ведется за счет средств краевого и муниципального бюджетов. Уже скоро здесь появится спортивная площадка, зона для прогулок и отдыха. Сейчас полным ходом идут работы по озеленению. На территории заменяют тротуарную плитку. Будет долговечно? Да, у них хорошее производство. Немецкие краски они используют, ну, не так, скажем так. Глава края подчеркнул необходимость сохранения исторической составляющей Крепостной горы. Открытый в результате раскопок фундамент интендантского дома должен быть доступен для обозрения и стать полноценной исторической достопримечательностью. Губернатор поручил создать необходимую инфраструктуру. Надо будет просто наоборот нам траву надо очистить, убирать, подчищать, создавать историю каждого объекта. В Михайловске Владимир Владимиров ознакомился с благоустройством Центрального парка. Работы здесь также ведутся в рамках проекта «Комфортная городская среда». На голосование его поддержали более 16 тысяч жителей. Здесь планируется вымостить плиткой пешеходные дорожки и зоны отдыха, установить освещение, лавочки и другие элементы парковой инфраструктуры. Особое внимание губернатор обратил на то, что парк сегодня является главной точкой притяжения горожан. Он должен быть способен принять большое число посетителей. Значит, поясняю. Я придерживаюсь того, что вот у меня есть 4,5 гектара парка, в нем 91 лавочка. И это мало, потому что все занято. А у тебя, я так понимаю, в Михайловске, это одно место, куда сегодня люди могут прийти. Первое, которое мы обустраиваем достойно. Здесь должно быть 141 лавка. Здесь должно быть 282 урны. Глава края также рекомендовал дополнить парк детской игровой зоной, предусмотреть дополнительные парковые места. Кроме того, в Михайловске сегодня строится новый детский сад на 280 мест. Объект должен быть сдан уже в конце нынешнего года. На данный момент его готовность составляет около 30%. Губернатор напомнил подрядчикам о важности соблюдения сроков и технологических стандартов качества. При этом пообещал, что посетит объект повторно в ближайшие месяцы. Тамара Годомская, Анастасия Романова, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.